Сильный снегопад в Симферополе прошел еще несколько дней назад и этим самым значительно прибавил работы МБУ «Город». Известно, что на борьбу с гололедом закупили 800 тонн реагента и потратили на это около 16 миллионов рублей. Реагент сертифицирован и должен работать даже при температурном режиме минус 25. При этом сейчас коммунальщики используют реагент, который остался еще с прошлогодней закупки. Недавно глава Крыма Сергей Аксенов оценил уборку снега в крымской столице как неудовлетворительную и пообещал наказать ответственных.